Ну-ка. 84. Ха. Какой смешной старт. Старт просто бомба. ЗЗЕУ Е7СЛ. Так, тринкет мусорный. Нахуй сразу. Ну и, кстати, вроде нормально в этот раз. Почти все нормально. Тире чуть ниже нормы. Сойдет. Привет, бро, хейпер. Так, я хочу пойти в Херсу, но... Но пока, по-моему, этого сделать не могу. Надо найти красное хп лишнее. Ну вот оно. В принципе, это оно. Суп. Суп тоже, в принципе, это оно. Но, блин, автомат опять бахать не хочется. Это было бы очень неловко опять так умереть. Это было бы очень неловко. Благо, этого не произошло. Ладно, про суп я потом подумаю. Попозже. Фига от пауков. Как в этой руме жить? Как в этой руме жить? А я не знаю, как мне тут ебут. Никак нахуй в этой руме не жить. Просто иди нахуй. Смешно прыгать в камень. Глупая блоха. Я не хочу это есть. Вот тебе и хороший старт. Все равно был блохи выебали. Серьезно. Ну это уже было просто тупо. Это уже было совсем тупо. Ладно, все-таки-то не буду брать суп, уже хотел суп ради хп просто брать. Чтоб дали хп. Ладно. Это тоже хп. Тут еще не был. Какие смешные айтемы, а, сегодня, однако. Какие смешные айтемы. Кто планета? Планета никак не работает на бомбы. Это ж не Фетус. Это если будет Ферус, там да, там будет синергия с планетой. Бах. Так, ну окей, я думаю, суп мне не нужен, все равно он долго не проживет. Итак, справимся. Можно найти вторую секретку, она где-то здесь, возможно. Или здесь. Или... Или пошел я нахуй, короче, ладно, видимо, пошел я нахуй. Не знаю, где она. Она, видимо, слева. Ну, блядь, это там искать я заебусь. Не стоит того. Не стоит того. Это стоит того. Это хорошо. Тем более на зверя. Там это, по-моему, еще лучше работает, чем обычно. Yeah.
Эти бочки меня расстраивают. Мне место сжирают в этой комнате. Привет, Селман. Блять! Я хотел камни взорвать. Ладно. Да ёб твою мать. Важно. Просто не важно. Просто ничего не было. Карту посмотрим. Окей, это уже на кивсы пойдет, наверное. Вообще-то ключ купить надо, у меня ключей вообще нет. Не думаю, что я хочу вольтраут с одним ключом пока что. Но вообще тоже посмотрим. Гребаный Гиш. Успокойся. Окей. Тогда я могу передумать. Тогда я, возможно, захочу пойти в Альтраут. Тогда это не исключено. Блин, сливка в херовой руме. Может, ракетой ёбнем по ней, а? Ладно, одну потрачу. Бомб тоже мало. Карта. Яровол, кстати, на зверя можно оставить, наверное. Но больше ни хера. Кстати, телепорт сразу можно забрать с собой. Гусь. Блять, гусь тупо, если только я найду часы, будут нормальные. Будет нормально работать, а так, мне кажется, не стоит того. Куда? А хотя не, все правильно. А нет, все правильно. Все четко. Все верно. Это я и хотел сделать на самом деле. Это и был мой план. Все получается четко. Это и был мой план. С самого начала. Хоть меня, конечно, развернули, но... Как на Тайзеке Хаша убивать Гидгут уже раунд 20 сделал, 3 раза доходил до него и помирал. Может, просто не везло с айтемами. Не находил прям очень айтемов хороших, но в целом Тайзек не особо сложный. Потому что там все равно обычно какие-то айтемы хорошие находишь. А так не знаю. На Тайзеке скорее делириум бывает душный. Вот там правда бывает не хватает либо хп, либо айтемов. А так, по-моему, нормальный персонаж. Вроде с ним проблем не помню на Хаше. А, да? Вы такое часто видели? Я вот нет. Он дал айтем. И такое бывает. Так, деньги мы забрали. Телепорт надо забрать тоже, по идее. Так, у меня деньги появились. Что-то было в магазе хорошее или не было? Блядь, нет объезда. Нихера не было. Ну и ладно. Это забрать можно. Там еще было хп, по-моему, красное. Все. Хпсы забрали тоже. Ну, пошли в Альтраут. В принципе, почему нет? Все, потом румы будут хоть полегче. Меньше будут раздражать.
Не, хер, благо в Альтрауте самый понос — это последние две главы, самые раздражающие комнаты с этими ебаными ребусами. Тут, в принципе, даже в шахтах в основном все нормально. В среднем. Привет, Ханука. Синих нету. А, они выход не могут найти. А, не, я думаю, они ничего не могут, типа, перейти. Только навку. Ай, какие умные пиявки. Еще больше желтых мух. Еще больше желтых мух. Какой кайфовый этаж. Просто одни желтые мухи. Ладно. Типичный даунпор. Скидка. Так, со скидкой не надо сразу бахать автомат. Плохая идея. Со скидкой можно и пофармить. Карта. Карта хрень. Шарплак. Шарплак. Это у нас смешная из-за шипов. А, да, я думал. Задоджу этим мувом. Не задоджил. Это костер гига опасный. Потому что это я буду ластом без мантии, если через него пройду. Причем как-то я уже об этом думал. Типа, если ты прокаешь костер, ты сразу можешь умереть, или там какой-то есть айфрейм после костра. Там, помню, никакого айфрейма нет. То есть ты тупо идешь в костер и тут же можешь умереть, по-моему. Очень веселая хрень. Типа, если нечаянно костер задеть в этой активной руме. Или через ведро пройти. Кек лол. Тоже может быть забавно. На ютубе, да, другой стрик уже идет. Так, косы можно забрать бесплатно, кстати. Это можно забрать бесплатно. Наверное, так я и заберу. И босс тоже кто? Правильно. Ебучая желтая муха. Даже на боссе. Просто не этаж, а желтая нахуй муха. Ты серьезно это будешь делать подряд? Просто подряд две атаки. Опять хуйня. Фуф. Кайф. Не кайф. Ну хотя, ладно, я возьму чисто ради прикола. Кто это? А, скучный. Терза будет очень грустная. Прям очень грустная. А, это опять два этого. Хуя себе везение. Но я пока оставлю второй, потому что не знаю, что там. Снова потом вернусь. А тут ключ дает лу. А. Но я не думаю, что я прям хочу сделки видеть. По-моему, я не сильно хочу сделки видеть. Меня больше этому руму устраивает, я уже и так нашел косово на пентаграмму. Так, ключ. Ключ. Хочу сюда пройти. И оно здесь при этом. Степашка бесплатная. Так, это нельзя брать.
Это нельзя брать, это очень плохо будет на зверя. Тут чё? Рейнджап. Удача. Вроде плевать. Так, ну забираем степашку, наверное, полетом и уходим отсюда. Вообще, теперь, наверное, это все же имеет больше смысла. Тоже имеет больше смысла. Телепорт. Так, а телепорт вроде дает опции, да, в этом руме, если я нажимаю до захода в этом руму. Типа Тароклот, Старскартон. Это тоже нужно помнить. Пробитие облегчено. Там, блядь, там столько мух этих уебанских по пути к боссу. Я, конечно, могу попробовать пройти, но что-то, блядь. Так этим заниматься неохота. Мистер Айтем я потом посмотрю по дороге назад. Уйдя себе полетели. Благо телепорт есть как бы на страховку, но это все еще стрёмно. Тимки все еще стрёмные. Тем более я их, блядь, не вижу, бывает иногда вообще. Вообще они меня атакуют. Это больше всего бесит. Глич с паузой. Какой глич с паузой? С перезаходами нельзя юзать. Без перезаходов. Мнения разделяются. Типа перезахода никто не юзает в стриках. Я не ебу о чем-то, Диман. Это не те рейд. Читай почноуты. Я их сам уже не помню. Чё там чинили, не чинили, я в душе не ебу. А, рум не, рум это ж механика красного ключа. В смысле красных рум. Это осталось. Но там... По-моему, копать и копать. Там копать очень далеко. По-моему, я не хочу копать. Так далеко. Нож мне не нужен. Чем мне нож? Мы на зверя идем. Не путайте меня. Не надо мне никакого ножа. Для дамага. Как-то похуй. О, как обычно first try. Ты серьезно? Меня попали. Апчхуи. Нет, я не сам делал оформление. Там Хёмина делала. Еще аватарку меняли. Тут турбо делала. Стример только Вайзек умеет играть, это хуёво. Это уст. Следующих тоже паразитные. Окей. Здесь? Телепорт? Не, телепорт я оставляю. Телепорт надо уже держать до зверя, потому что... Ну, в смысле, до этого... Ну, до двери в мавзолей, потому что... Может быть, мои страны какой-нибудь... Никого я не кибербулю, что за... Что за ложь?
Никакого кибербуллинга. А это заебись. А вот теперь это реально заебись. А еще я все еще жму, вернее, кнопку не жму, потому что думаю, что керстай. Керстай головного мозга. Это был хелсап или это было в прошлом ранее? Это был хелсап. Не знаю, куда мне столько красных контейнеров, но... А пусть будут. Не зашел этот, кстати, правда. Там вход бесплатный. Тоже никогда на это внимание не обращаю, что там входы бесплатные из красных рум. Обалдеть. Обалдеть. Сквизи бесплатный. Так, куда мы копаем или пока никуда не копаем? Сколько краев не видно. Вот наверх, наверное, можно копать здесь. Уже сколько будет рум? 4 или 5? Вот тут, наверное, думаю, уже можно копать наверх. Там край, возможно, уже будет. Но не факт. Да, это уже край, окей. Сюда вернемся. Мы в заре будем искать секретку или этом руму, а то, как выяснили, ключа тоже этом руму остается. Ну, как бы ты обычно ищешь ультру, потому что в этом весь смысл. А этом рума там как бы может быть, а может не быть. Там же нет гарантии, что у тебя будет этом рума. Красная руме. Это же просто, типа, очень маленький шанс на это событие. Это того не стоит. Слезы пушатся. Они даже, наверное, не пушатся, а просто, наверное, отражаются этой линзой. Я троллю. Надо бы еще побольше тиры, это будет вообще нормально. Опять тролл. Как же он чихает. А, ну, блять, конечно, нахуй. Конечно. Привет, эльфим. Кто не успел, тот кеклоу. Другой раз. Тот не успел, да. Именно. Тот, видимо, не успел. Кто не успел? А, да. Какое-то еще попадание. А, ну. 5 на 5, по-моему, будет тоже 5 на 5. Ничего особо не поменяется. Может быть здесь? Видимо нет. Удача. Удача больше нуля. Вау. Так, не забыть про ошибку. Это будет ошибка, забыть про ошибку, окей? Это будет фатальная ошибка. Надо про нее не забыть. Ладно, надо лочить. У-у-у. Даже есть чем лочить. Босс рума чекать. А там можно пройти. А, можно. Чекаем. Конечно, почекаем. Дамаг. Я сегодня, по-моему, Грекс прошел. Типа, он думал, что враги в этой руме только слева появляются. Откуда он эту информацию взял, интерес?
Он все переживает, типа, как эти румы на толсте проходить. Типа, везде опасность. А там реально не бывает и сверху, и слева, и справа босса. Они где угодно могут появляться, по-моему. Вообще где угодно. А, был Магаз Грид. Это правда. Бля. Где еще обратно вернуться? Ладно, вернусь. Точно. Он уже Грида удалит. Бля, как я далеко оказался. Верните обратно. Ну, надеюсь, Мейза не будет на Дебзо. Так, причем я даже думаю, хочу Магаз починить. Автомат. Чуть на дверь не лучше. Возможно. Чё, деньги все потратил? Ну ладно. Много отдали. Привет, Газ. Ну да, в принципе, очки могут прохнуть. Там шанс не очень большой, наверное. Пусть будет. Привет, камон. Это было легко. Так, с Кёрсой не может быть, да, никаких ультрасекреток нынче. Это они вроде переделали. Там можно не проверять. Привет, Лубинстер. Спасибо за хороших ранов. Вам хороших выходных. Таким всем вам чатик. Войной. Только сверху у меня ультра закерся за полностью на толсте. Это может был старый ран. Плюс там еще бывает прикол, что у тебя с телепорта мун-карты может быть красная керс-рума, а не типа керс-рума этажа. Такая хуйня все еще может быть. То есть у тебя проход в ультрасекретку через красную руму, а красная рума будет при этом керс-румой. И ты все еще идешь нахуй на ТЛСТе. Такое реально может быть. Вот так это все еще может произойти. То есть это не может быть керса, которая... часть типа этажа, через нее не может быть прохода, а так да, красная коса все еще может произойти, короче, очень мемная дрянь, очень мемная срань. Так, а мне кажется, тут ничего не будет, хотя... Нет, реально будет никакой... Какой странный этаж. Какой странный этаж. Причем, а откуда оно идет, подожди. А где вторая красная? А, вторая красная, понял. Там выходит. Ладно, тогда в принципе логично, да. Хотя подожди. Не-не-не, стоп. What? Там красная с красной. Чё, блять? Там, походу, этаж какой-то огромный, наверное. Там какая-то обычная будет рума, видимо, дальше.
Да-да-да, там справа что-то еще будет. Ебанись. Этаж дико странный. Ну, я говорю, там какой-то этаж странный просто. Там, видимо, что-то справа будет. Какая-то пиписька. Вот из нее выйдет. Стоп, что? А что? А так может быть? А так вообще может быть? Первая красная, она с этажом не связана никак. Она же не связана, там должна быть одна красная. Там типа должна быть одна красная рума. Из обычной румы разве нет? А как она связана? С чем? Ну снизу так это с одной стороны, она раз не с двух сторон должна быть связана. Раз только с одной стороны должна быть связана. Не должна. Ну типа с одной румой, да? С одной, а с другой румой она никак не связана. Там две красные румы подряд. Да слева я знаю, что слева, алло. Слева я знаю. Просто обычно это... Типа с двух сторон она связана, не с одной. Длинная, какая длинная? А где еще обычная? Ну, в смысле, вон снизу, там вот под ней, типа красная рума, а над ней две красные румы. Или нет, подожди. Или там две красные румы. Или типа там под углом, что... А, там под углом еще красная рума. Ладно, может быть. Окей, вот это типа красная рума. Ладно. Все. Это не увидел. Тра-да. Тра, все нормально. Тогда приму. Так уж и быть. На первый раз я это... Прощаю этажу. Только на первый раз. Чтобы больше такой хуйни не было. Тоже край. Ордер. Так, Имперор. Нажму сразу. С ним нельзя идти на Депс 2. Это плохая карта на зверя. Так. Нормально. Так, там еще холсап, но мне кажется, мне он уже вообще не нужен. У меня уже 6 красных. Куда еще больше? Куда еще? И еще суют. И еще суют. Имперор. Бля, лошадь. Бля, лошадь. Она все же нет. Привет, Муровец. Добро пожаловать с Ютуба. А, карты опять поломались. Это же будет одна и та же, да? Это будет одна и та же босс-рума. Тоже поздний вам скин. Блин, ресток с скидкой. Эх. Ладно. Как долго могу срулиться? Так, ну предположим. Опс, с карманами. Типа да, но уже вроде конец рано. Я делал руму, меня газ отвлекает. Опять газ меня саботирует. Мои идеальные плеи. Опа. Опять чат во всем виновен. Опять вина чатика.
А можно эта хуйня будет прокать, которая Celtic Cross хуйня? Видимо, не можно. Нет, можно, окей. Сейчас мы еще денег найдем. Ну-ка. Поспать маленько. Прокнешь? Не прокнет. Шилд не дает два автомата фармить. По-моему, нет. По-моему, все эти обузы давно убрали. Ну, сразу как репа вышла. Дает. Два автомата за раз. Разве? По-моему, гастролит. По-моему, так это не работает. По-моему, сейчас там эта анимация тебе дает только одного за раз фармить. Что там сама анимация все отменяет. Ну так, конечно, мы имеем в виду за раз. На кой хуй его по отдельности фармить? Блять, кас. Мы же про обузы говорим. Понятно, что их можно по отдельности фармить, пока у тебя шилд идет. Мы говорим, типа, ты поставил двух бомжей в раз, и два раза ты двух фармишь сразу, типа, одновременно, чтобы два сразу прокало с одного плея. Сейчас так вроде нельзя делать. Вот таких приколов больше вроде нету. А раньше можно было. Раньше можно было хоть троих за раз фармить. Такие были приколы. Хм. Это смешно, это уже тринкет, но... Пофиг. Но пофиг. Как же я их нахожу? Как нехуй делать просто. Заклинатель ультрарум. Ультра красных. Ну нет, это мне не надо. Это нам не надо. Так, мне нужна фул карта, это не мейс. Блять. Отвлекся. Так, дайте мне фул карту. Срочно. Привет, Ник. Как рано? Пока нормально. Пока вроде живы. Так, а тут я за край же не уйду, да? Никак. Потому что мне надо на этаж вернуться с полароидом. И только потом я смогу уйти за край, но потом у меня уже не будет телепорта еще одного. Хуйня получается, да. Хуйня получается в таком случае. Либо нужен второй телепорт, а где я его высру? Вопрос интересный. Не здесь, тут магаза нет. Тут я его уже не высру никак. О, это был этот кратопоезд с калом. Каловый кратопоезд. Ты куда полетел? Магаза есть, там любая может быть спешл рума. Красный рум может быть что угодно, там может быть и сделка, и айтем рума, и магаз, и даже планетарий может быть. Там любая может быть комната, просто шанс маленький. Но по факту может быть любая спешл рума. В игровой наролить. Посмотрим. Пока в нее лень идти. Блин, раунд какие-то долгие. 40 минут, капец. Что за бред?
40 минут уже. Хуйню этой занимаемся. Терзан. А, просто пропнул синий хп, пофиг. Вдруг пригодится. Привет, трокер. Ну, шаплак уже не собирался фармить. Но мавзолея уже не хочу. По-моему, у этих челиков нет карт. Ух. Лучше бомбы или ключи, надо... Ключи? Не знаю, пофиг. Пох. Долгий ран. Второй ран, не третий. На планету? Ну, в принципе, косы это синергия на планету, я бы сказал. В каком-то плане. Может быть, планету и возьму. Все же. А! А почему? Потому что у меня глаза, поэтому... А это мне мистери. Забавная дрянь. Забавная дрянь. Типа три... Блять. А как? Как это забрать? А, как это забрать? Как это забрать? Как-то надо бы забрать. Я, походу, больше не могу найти красные секретки. Скилл потерян. Это мы едим. Ням. Ням. И вправду ням. Вкусно. Не, все. Больше не увидим, походу. ББКЛС. ББКЛС, спасибо за 20 месяцев. Кто бы вы ни были. Только тебе, по-моему, не 20 лет. Чуди, совсем же молодой вроде. Куда 20 лет? Куда столько много? Спасибо за ресап. Двойной маф. Что-то я не хочу искать, честно говоря, вторую секретку. В смысле, не вторую, а ультру. Что-то мне лень этим заниматься. На этом этаже уже. Правда, я рак так и не забрал. Сука, рак. О, погоди! А он может его запушить? А ты можешь его мне запушить, друг? Я думаю, нихуя ты не можешь. Или коробка, кстати, коробка, да, реально. Коробка можно достать. Ебать, коробка не бесполезная. Коробка... Хотя подожди, блять, а коробка лучше, чем... В смысле, а лучше ли вообще рак, чем этот лост? Ну, ладно, рак, ну, типа это... От урона не зависит. Наверное, лучше. Наверное, лучше. Что-то более, да, понятное и стабильное. Ну ладно, похуй. Давно не было такой полезной коробки. Реально. Коробка, которая не кусок говна бесполезного. А, стоп! А он... Чего? А почему так странно заспаунилось? Как будто бомбы не было вообще. Это странно выглядело. Это очень странно выглядело.
Я как будто рак один был без бомбы, хотя там потом... Не, потом, кстати, это уже другой, да, по-моему, дроп удалился. Может быть, он просто забрал рак, а бомбу он и так уже удалил. И в итоге меня могли наебать на рак. И бомбу оставить. Ладно. Не могли. Я думаю, там наоборот, там только то, что слева забирается, там... Там, по-моему, вовсе не рандом. По-моему, там не рандом. Там, как раньше было, то, что слева он забирает в приоритете. По-моему, так и раньше это работало. По-моему, только рак был. Бомба была с ключом опции, нет? Тут ошибка будет, я не знаю. Рума не отобразилась. Я не хочу ломать... Полароид? Не полароид, а... Синий хп. Хотя, с другой стороны, я смогу тогда прокать красные румы, но, блядь, что-то как-то... Ухуй. Рано уже полгода идет, не хочу. Пошли, короче. Если возможно, вообще ошибки нет. Кстати. Тут, по-моему, нету ошибки через Undefined, через, по-моему, край этажа. По-моему. Я знаю, точно нету с Undefined ошибки. На этом этаже. Только можно через, наверное, попасть эту хуйню, как ее. Через Scroll Space можно попасть. Вот там можно попасть. И там будет, скорее всего, повтор этажа просто. Тут, возможно, нет, да. Возможно, нету. Спитаны будут? Чего? Айзека? Нет. Нахуя они нужны? Может быть, НФС будет когда-то летом. Когда я захочу в это играть. Довольно сильно. А это как будто S5 выйдет, возможно, если будет баунти. Может быть, даже без баунти. Это будут бейбики. Не, S5 будет просто, ну, долго ждать. За столько этот год это уже неправда. Не надо, сейчас нет таких предложений. Сейчас таких опций нету на ближайшее время. Сейчас будет столько еще и без этот года. Просто будет схам. Другие игры нет. Пока не сделаю VR хотя бы. А в идеале 1000 плюс на Эдене. Потом посмотрю. Потом подумаем. Пока хочу в эту хуйню залипнуть. Тут давно не было нормального стрика. На Эдене. КВР 196. Это был конжоинт. Но я ж сам возьму, скорее всего, сейчас с планету, поэтому плевать, наверное. Я взял бомбу. Фак. Обидно. А, я даже бомбу его удаляю. Типа тоже слезы. В принципе, аналогично. Ну, забавно. Ладно, заберем планету. Пусть будет. Наверное, будет смешно. Вообще не будет смешно, будет просто планета. Ничего там не будет интересно, по-моему. Типа косы планеты, это и так хороший билд.
по сути там. Это неплохой билд. Так, тут планета. Вот она. Кек. Как-то странно смотрится. Ладно. Нормально. Вроде нормально. Угля нету, к сожалению. С углем было бы совсем уж хорошо. Это да. Типикал. Надо было выходить, потом эту хуйту ставить. Как обычно. Как обычно. Ты бесишь. Ока, мы дошли. Еще можно Inner Child забрать. Не знаю, на какой хер. Ока. Но можно и забрать. За компанию. Плюс рейндж. По идее ничего плохого не сделает. Кошмар вихрь. Капец, он разваливается. Просто вообще насрать, все атаки уничтожаются. Кроме Брим. Вот Брим пишет. Не поломается разве что. Ой-ой-ой. А что-то как-то странно пушит эту догму. Тимбилдом. Ну ладно. Это Рекстрин. Ключ не нажимается. Клевый босс Догман. Сам ли прикольный босс. Визуально как оформлен. Мне тоже нравится. Даже больше на зверей и всадников. Поинтереснее смотрится. А, да, я думал, я все вот это удалю. Был неправ. Даже мафлия не звать. Такой билд красивый. В чем если две орбиты? Я как будто лос остался, хотя у меня лоста нету. Почему у меня две орбиты? А не одна. Странно смотрится. Из-за синего. Типа у него своя орбита. Мелкая. Мини-мини-мини орбита. Забавно. Он типа же стреляет раз в 1000 лет. Странно. И по идее у него нету планеты, подожди. Немножко у меня нет моих этих эфиров слез. Теперь есть. У него тоже что ли планета есть? Как у меня. Ладно, может быть и есть. Не уверен. Ну-ка. Беликоса. Вообще да, он не копирует какие-то эффекты. А, он не копирует. Модификаторы слез типа ножа. Он такое не умеет. Он все остальное это умеет, по-моему. Ну, поехали, звери. Покатаешь меня маленько. Покатаемся. Там-там-там. Куда полетел? Не, тут никак не пройти.
Ну вот, короче, вот фаза перехода, да, тут нихуя не сделать, по-моему. Только, видимо, на одной... На одном пути это так можно сделать, получается. Я тоже не знал. Я только недавно это попробовал сделать. Там только нужно постоянно нужно кнопку жать, типа это, перемещение в другую сторону. Чтоб тебя не выкидывало. А так, да, там можно спокойно оставаться. Причем тебя еще и атаки его не бьют. Никакие. Ну, нужен билд, чтобы у тебя был большой тирейд, чтобы ты быстро осколки ломал. Потому что там осколки трахают постоянно. Потому бывает по-разному. Ну, это так, чисто говорю. По приколу. Это смысла мало имеет его использовать.